анализе. Бравый ковбой, который сейчас выйдет на эту сцену, твой подопечный. Что бы ты пожелала ему перед ответственным сольным выступлением? Я хочу пожелать Денису, чтобы он оставался в образе. У него это очень здорово удается. Ну и чтобы, конечно же, зрители получили невероятное, колоссальное удовольствие от этого номера. Встречайте, Денис Кучер на сцене шоу «Таланты». You're such a success. Your pretty secretary, ha! She say you're the best. Your face always smiling. Say you should be the deuce. But I know in Sorica the band's colors blue. To me, pretending to care about my family. And those picture on your desk, all the smiles that you abuse. Then I've found the band's colors blue. Спасибо, отличное путешествие на Дикий Запад. Осталось узнать мнение наставницы. Окрошка, что скажешь? Денис, ну ты, конечно, фантастический актер. Мне кажется, это прям твое, и тебе нужно в этом развиваться. Я уже себе так фантазирую, как ты когда-нибудь подаришь мне билет на один из своих спектаклей или, может, концертов. Ну и Руслану Сереже тоже достанется, да? Ну, нам можно контрамарки. По билетику. По одному. Такой яркий ковбой. Спасибо тебе большое за выступление. Спасибо. Слушай, ну я как представитель оригинального жанра смотрел на этот стул, вспоминал твой трюк финальный и думаю, так, стул стал повыше, сейчас будет. Ну это, конечно, шутка. Ну, дело в том, что вот про стул, Сергей, чуть-чуть хотелось какого-то вот что-то бум, вот какого-то экшена, что ли. Ну, не знаю, немножечко мне показалось пустовато.
чуть-чуть пустоват. А так, по вокальным данным, актер вообще крутой, бесспорно, по вокальным данным, Колесе, наверное, больше вопрос, ну, раз ты в финале, значит, ты профессионал в этом деле, вот чуть-чуть не хватило какого-то... В этом была и задача, шоу. Держать вас в напряжении, что вот-вот что-то случится, не дождались, будет дальше. Все, тебе спасибо большое. Спасибо. Наш ковбой. Ну ты умница. Класс. Большая. Денис, ты с каждым разом на нашем проекте растешь как артист. Да-да-да, не отрицай этого. Ты сам вот чувствуешь, что ты развиваешься, что становишься сильным? Главное, что мне это нравится.